Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции представил информацию о ходе работ по восстановлению деятельности пустующих объектов. На 1 июля количество пустующих объектов ранее приватизированных предприятий составило 4044. В 2018 году совместно с собственниками приватизированных предприятий разработано 2085 инвестиционных проектов, предусматривающих внесение инвестиций в размере 3 миллиардов 466 миллионов сумм и свыше 287 миллиона долларов с созданием более 15 тысяч новых рабочих мест. На эти цели предусматривается привлечение кредитов коммерческих банков на общую сумму 1 миллиард 495,1 миллиона суммов и 132,9 миллиона долларов. По итогам первого полугодия текущего года введены в эксплуатацию 359 объектов, освоены инвестиции в размере более 366 миллиардов суммов.